Всем привет, меня зовут Влад А4, и сегодня у меня в гостях Ян Гордиенко. И сегодня мы с... Я уже представился. Сегодня мы с Владом снимаем такое видео под названием... Было, не было. У нас поэтому есть бумага, вот, собственно, для того, есть чтобы... бумага, есть еще одна бумага. Мы сегодня будем выполнять челлендж «Было, не было». Если вы не знаете правила, то сейчас вкратце мы вам... Правила достаточно простые. У нас есть такие вот задания, которые вопросы подготовил... Влад подготовил вопросы заранее, и сейчас мы будем на них отвечать. При помощи этих табличек. Было, либо не было. В общем, челлендж будет интересный. Задания вы оставляли на моей стенке ВКонтакте, так что... Я думал, ты сейчас скажешь, типа, ну, челлендж будет интересный, поэтому закрывайте видео. Задания вы оставляли на моей стенке ВКонтакте, поэтому подписывайтесь на нее и не пропускайте обновления. Я, ну, чтобы интересно, нужно, знаешь, что сделать? Что? На все вопросы отвечать честно. Я это знаю. Давай принесем клятву. Повторяй. Клянусь отвечать на все вопросы честно. Следующий вопрос. Да не буду я ничего делать. Значит, ты будешь врать? Да. Просто что ты придумал? Что это за развод? Короче, обещаем отвечать на все вопросы честно и не врать. Все, погнали. Первый вопрос. Ты когда-нибудь писал в душе? Ты когда-нибудь пользовался чужой щеткой без разрешения? Не, не было. Вот чё, а по поводу щеток я бомблю дико, когда вот мои возьмут. Что? Ты мою взял, что ли, или что? Нет, у меня своей. Ну, это было давно, я помню, но может, один раз где-то было. Это так романтично. Тебя когда-нибудь узнавали бабушки или дедушки? Да, я как-то сидел с бабушкой своей. Она такая говорит, о, Янчик, это ты, что ли? Нет, ну в плане как ютубера. Нет, такого не было. Ну, вроде да. Там... Я не помню, но не было. А, еще же таблички надо показывать, что-то мы забыли про таблички. Я показывал. Но... Я тоже показывал. Ты когда-нибудь себе что-нибудь ломал? Ну да, стул. Да нет. У меня был. Что-то, то есть, что-то есть. Ну, типа да, частите. У меня есть вот здесь. По дереву. По бумаге. А бумага это дерево, следовательно, я постучал по дереву. Ну давай дальше. Замечал ли ты когда-нибудь, что тебя фотографируют со стороны? Every day I'm shuffling. Самый палевный момент, когда меня в трамвае сфоткали сбоку со вспышкой. Со вспышкой, да, это прям вот палево, такое часто бывает. У меня раза три, наверное, было со вспышкой. Сколько раз было? Со вспышкой. Ну не знаю. У тебя была какая-нибудь кличка в школе? Да, было, по-моему, но я не помню какая. Ну что-то там типа Гордик, что-то связано с моей фамилией, но какая-то вообще мутная. У меня была кличка Пчелка, потому что у меня была кофта черно-белая. И так долго? Года два, наверное. Обидно, наверное. Влад, видео не записывается. Там написано на экранчике, вот видишь? Ян идиот. Был ли когда-нибудь период жизни, когда мы друг друга ненавидели? Постоянно. Да, в смысле, мы с тобой знакомы 6 дней. Было ли такое то, что мы уставали? Мы устали. Я устала. Я устала. Ты когда-нибудь встречался с другим видеоблогером? О, ты слишком долго думаешь, давай поподробнее. В смысле? Не было. Ты слишком долго думаешь. У тебя что-нибудь было с Сашей Спилбергом? Не было. Ты хоть раз врал в этом видео? Не было. Да при чем тут Саша? Ты когда-нибудь целовался с незнакомым человеком? Тебя я знаю, в принципе. В смысле, незнакомым, понятия незнакомым. Вот просто незнакомым, ты не знаешь его имя и видел его в первый раз. У меня было один раз. Было ли такое, что ты матерился в самый неподходящий момент? У меня не было, я всегда знаю границы. У меня было, я в первый раз ругнулся с мамой по телефону. У меня даже было к врачу в часов 12, а я говорю, мам, мне к врачу в 12, я не пойду в школу. Она говорит... А к первому уроку успеешь, я такой, бля. И вот я в первый раз ругнулся, понимаю. Не, я всегда мог контролировать себя. У меня есть вопрос, во сколько ты лишился? Нет. Было. У меня был, еще, бывал ли ты в засветах? Я! Да, у Яны на канале я бывал, поэтому и в засветах я тоже был. Ты когда-нибудь готовил идеальную пищу? Давай, Влад, расскажи, а то мы классно я готовлю дома. Помнишь, во второй день знакомства я варил тебе пельмени? Ты варил макароны. Это было в первый день. Ого. Наверное. Короче, вывод один. Я не готовлю, Влад готовит. Ты когда-нибудь смотрел порно? Сонная коала. Сонная коала. Не было! Не было? Нет, было.
Просто я помашу, слишком жарко. Ладно, давай, что ты смотришь на вопросы, на готовые? У тебя когда-нибудь был секс за деньги? Я! И спасибо за просмотр этого видео. Вот, everyday, там кади стою. Час 300 рублей, сутки 900, ой, час 300 рублей, ночь 900 рублей. Деньги на стол, ложись на кровать. Это любимая фраза Яна, постоянно каждый день говорит. Конечно, я ее отрабатываю. Ты когда-нибудь топил телефон или другую технику? У меня было. Я топил лед. Технику. А? Технику. Это вопрос для особо образованных был. Да, я только телефон один раз отопил. Побежал в плавках купаться, а у меня в кармане там телефон лежал. И я такой выпрыгнул быстро. А я уронил в лагере другой телефон в туалет. Вон, это обидно. Ты доставал его? О, идея, следующий вопрос. Было ли такое, то, что ты засовывал руку в туалет? Ну а что еще делать? Ну как это? У меня уже глаза слипаются, мне захотелось... У тебя веселее получился видос. Ну, понятно, потому что мое видео классно. Было ли у тебя такое, то, что ты носил носки с дырками? Было, и знаете, почему мне это было? Потому что мне Влад дал носки, они были дырявые. Они были нормальные. Да, я сразу, когда их одевал, там была дырка, но я думаю, ну ладно, буду культурным человеком, не скажу то, что так было. Было ли такое, что ты подставлял своего другана? Друга или другана, понимаешь? А друг и друган — это разные вещи? Дружок и друган. Ой, ты не понял шутки, да? Нет. Другана, типа. Другана. Следующий вопрос. Было ли у тебя такое, то, что ты не мог записать одно видео 5 дней? Нет. И какое видео ты записывал 5 дней? Было или не было? Мы пытаемся его записать уже дней 5. Слушай, ты ленивый. Ты тоже. Ладно. Ставьте лайки. Яну ставьте дизлайки. Ну, а также мы надеемся, то, что вам понравилось это видео. Вы обязательно подпишитесь на мой канал, на канал Яна. Там у него тоже есть видео. Было, не было. А на этом все. С вами были Факаликито Янго. И О4, Влад... О4. С вами Влада 4. Все, ребят, всем пока-пока. Вжух, и камера вжух.